Меня очень впечатлила история о том, что ты одна из немногих женщин, которая сделала своему мужу предложение сама. Да. Я вообще... В каких условиях? Это было в стрип-клубе. Пошли в стрип-пуху. Раньше мы любили захаживать в такие местечки. И мы стоим, уже что-то выпили, и я понимаю, что, блин, вот это мой... Это мой чувак, мне с ним классно. Вот это вот случилось. И я так поворачиваюсь и говорю: женись на мне, а лучше ты не найдешь. Он так охренел, он мне ничего не ответил. На следующий день, конечно, все протрезвели. История из его уст. Он поворачивается к шкафу и спрашивает. Да. Она мне предлагает жениться. Не вздумай. Ни в коем случае.